Да, отец с матерью таили что-то от Михаськи. Видя, как отец улыбается, а мать молчит и хмурится, Михаська чувствовал, что между ними идет борьба. Может, отец заставляет маму что-то сделать? Что? Да и смешно. С чего бы это он стал ее заставлять? Ничего не понятно. Альберт Лиханов. «Чистые камушки». Радиоспектакль по одноименной повести. Часть вторая. «Ветер над синими крышами». Все прояснилось разом и случайно, как это часто бывает. Верочка! Вер, я тут с одним мастером познакомился. Ну, который шьет дамские туфли. Зальцер фамилия его. Ну и что? Ну как что? Надо сходить к нему сегодня. Что за спешка? А у него всегда очередь. А сегодня он пригласил сам. Ну давай, давай, собирайся. И Михаська с нами. Когда они шли к обувщику, Михаська все силился вспомнить, где он слышал эту фамилию Зальцер. Во дворе двухэтажного деревянного дома им сразу указали на дверь, где жил обувщик. За дверью что-то шуршало. Михаське показалось, что кто-то смотрит на них в узкую щель. Кто там? Мы к Семену Абрамовичу. От Седова. И Михаська тут же вспомнил. Ну, конечно, это Седов с лицом, похожим на блин, называл эту фамилию Зальцер. Дверь распахнулась. На пороге стоял горбоносый маленький человек с глазами на выкате. Проходите быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте. О, детей мы обычно не впускаем. У них есть такая привычка обращаться к детям за сведениями. У кого это у них? Да есть тут интересующиеся. Мальчик не проболтается? Нет. Он у нас потомственный разведчик. Нем как рыба, глух как сова. Очень приятно познакомиться. Вера Михайловна. Очень приятно. Ну, с мужем вашим мы знакомы. Общий, так сказать, знакомый. Да. Здравствуй. Здравствуй, мальчик. Здравствуйте. Здравствуй. А как тебя зовут? Михаська. Очень приятно, Михаська. Такие, знаете ли, контакты, как говорится, обоюдо полезны, да? И в наше время просто необходимы. Может, чайку? Нет, нет, спасибо. Ага. Спасибо. Значит, туфельки. Да. Какие желаете? Обыденные, выходные, бальные. Да, а? А впрочем, что же нам скрываться? Ну, люди-то ведь, а? Свои. Он подошел к пианино, стоявшему у стены, оглянулся на дверь, спохватился, накинул крючок, хотя была еще одна дверь в коридорчике, а она уже на запоре, и открыл крышку лакированного пианино. Ну вот. Выбирайте любые, ваш размер. Он доставал из пианино дамские туфли и ставил их на стол. Скоро там вырос целый магазин. Каких только туфель тут не было. Серые, черные, белые, попроще, покрасивее. Михаська в свободное время заглядывал в городской универмаг. Полки там пустовали. А тут у одного человека столько сразу. Выбирайте, выбирайте. Вот, взгляните, самые изысканные. Бальные лодочки. Ой, красивые. Замечательно. Как из сказки, правда? Помните Золушкины башмачки? Нравится. Впрочем, вижу, вижу и так. Ну, берите. Они ваши. Я вам дарю. Нет, нет. Мы заплатим. Конечно.
Скажите, сколько? Да ну что вы, ну право как маленький. Я дарю так, и вы потом когда-нибудь отблагодарите, да? Мы вам, вы нам. Ясное дело, не с бухты-барахты. Думаю, мы с вами подружились напрочно, да? Конечно, конечно. Ну так вот, вот, берите и все. Нет. Бесплатно я не возьму. Виктор, заплати. Хорошо, Виточка. Вот, пожалуйста. Вот ведь вы какие. Ну, ладно, ладно. Ну, вот, вот ваши бальные лодочки. Спасибо. Пожалуйста. Не хватает только бала. Ну, а теперь у вас и бал скоро будет, да? Какой же там бал? Ну, как же, как же. Не каждому, знаете ли, выпадает такое счастье, как вам. Какое же счастье. Ой, скромный вы человек, скрытный. Ну что же вам своих людей пугаться? Устроиться продавцом в первый коммерческий магазин после войны, это вроде как сразу генералом стать. До Михаськи не сразу дошло все это. Он увидел, как залилась краской мама и повернулась к обувщику. Тот все еще улыбался ей. Слова Зальцера остались в памяти, но Михаська относил их не к маме, а к кому-то другому. Мама всю войну работала в госпитале. Спасала людей, дежурила ночи напролет. А сейчас? Как же так? В магазин? Продавцом? Вот оно, значит, какое генеральское место. Седов перетянул отца, а отец маму. Мама говорила, инфекция – это когда болезнь передается от одного человека к другому. Попросту говоря, зараза. Михаська! Михаська, сынок, иди-ка сюда. Ну, посмотри-ка, какую я тебе штуковину принес. Отец развернул газету. Это была серая гипсовая кошка с дыркой в голове. Копилка. Домашняя сберкасса. Михаська вспомнил, что эти кошки целой вереницей стоят на базаре перед картинами с лебедями. Давай соревноваться. Кто быстрее накопит? Я на дом, ты на бочку мороженого. За каждую пятерку буду давать тебе рубль. За четверку полтинник. Знай, учись. С тех пор каждую субботу отец брал дневник, тетрадки, считал хорошие отметки и сам совал деньги за них в голову кошки. Иной раз за неделю выходило рублей 6. Михаську вдруг холодным потом прошибло. Сам для себя незаметно, оказывается, считал, сколько денег ему положит отец. Грохнуть бы эту кошку! Пойти к фролихе. И проесть все, что было накоплено. Ну, чтоб только кошки больше не было. А то глаза выпучит, ждет, когда я пятерку получу. Но он не ломал ее. Сам не знал, почему, не ломал, и все. Может, отца боялся? А кошка сидела на этажерке и следила за Михаськой. Михаська, знаешь, например, что лунатики не боятся ходить по краю крыши? Они, Сашка, больные. И боись, не боись, они этого не соображают.
По-твоему, выходит, что и распоследний трус по крыше может ходить? Нет, почему? Может, какой отчаянный? А я вот думаю, что нет ничего отчаяннее, как потрепать по шее собак. Это каких же, Сашка? Мопсиков, что ли? Сам ты мопсиков трепли. А вот я запросто могу потрогать фролихиных овчарок, что универмаг сторожат. Ну и хвостун ты, Сашка. К таким псам только сумасшедший притронется. Не веришь, да? Давай наспор. Ну смотри, Сашка. На 3 американки. Каждая по 3 желания. Идет? Идет. Уже смеркалось, когда однорукий муж Фроловой появился с собаками на улице. Брось дурить, Сашка. Вон, побелел весь. Затрясся. Это кто? Я затрясся? Смотри. Сашка шагнул вперед. Ой! Мальчик! Мальчик, отойди! Фролов оттянул рвущегося к Сашке пса, и они прошли мимо. Сашка стоял на обочине мостовой, глядя вслед собакам, ни жив, ни мертв. Михаська подбежал к другу. Брось ты, Сашка, мне бы не в жизнь. Вон как ощерился. Мне даже мурашки по спине пошли. Уйди. Ну, я понимаю все, Сашка, брось ты. Уйди, уйди, говорю, спекулянт! Что ты? Белины объелся! Все вы такие! Спекулянтская морда! Ну-ка, повтори! И повторю! Спекулянтская морда! Твоя мать конфетами теперь на базаре торгует! Васька вложил всю силу в этот удар. Сашка упал в пожухлую траву. Упал молча, как мешок, набитый чем-то тяжелым. И то, что он не заревел, ничего не сказал больше, острой болью резануло Михаську. Значит, он сказал правду. Фу. Ерунда какая. Михаська ворвался в магазин со служебного входа. Через минуту в коридор, где пахло пряниками и колбасой, выбежала бледная мама. Ты чего, Михаська? Мам, ты продавала конфеты на рынке, да? Мама вдруг переменилась, лицо ее посерело. Михаська не спускал с нее глаз. Это правда? Она посмотрела на Михаську такими тоскливыми глазами, что он чуть не заревел от собственной несправедливости. И ты поверил? Михаська шагнул к ней и прижался головой, будто камень свалился у него с сердца. В октябре желтое, будто остывающее солнце закрылось ватными облаками. 2 дня моросил дождь. Потом снова небо прояснилось, и те, кто еще не убрал картошку, заторопились на свои участки. Отец сначала гнал несколько рядов, подкапывал кусты. Мама с Михаськой и старшей внучкой Ивановны Катей, которая им помогала, за ним не успевали. Тогда отец отдавал лопату Михаське, а сам выбирал из земли картошины. Михаська пошел напиться к ручью, который перебегал через белый камень. На дне золотели песчинки, освещенные солнцем. Вода омывала рассыпанные в песке разноцветные камушки.
Среди простой гальки, поблескивая в воде, лежали камушки прозрачные и чистые. Может, это хрусталь? Эх, ну как это получилось с Сашкой? Никак не могу понять, с чего бы вдруг Сашка, лучший друг, сказал такое? Ведь ничего между нами плохого не было. И я обозлился зря. Но такое говорить не пойму. В чем тут дело? А, вот и Ивановна с обедом идет. Что ты, Ивановна? Или расстроена чем? Ох, не говори, Вера. Вот война кончилась, а горе все идет. Что такое? Встретила сейчас Юлию Николаевну, учительницу нашу. Идет к Свиридовым. С горем идет. К Сашке? Она еще в позапрошлом году у почтальонши взяла похоронную на их старшего сына. Почтальонша испугалась, что мать Саши не выдержит. Она же сердечница. Юлия Николаевна сказала, что сама передаст, когда настанет время. Вот почему я часто встречал Юлию Николаевну у Свиридовых. Выходит, сама взяла на себя эту тяжесть и несла ее одна. Ждала, что Сашиной матери будет легче. Когда она привыкнет к мысли, что старшенького ее Коли уже нет. Да. Да, долго еще про погибших узнавать будут. Это вроде как эхо. Война кончилась, а эхо долго еще катиться будет. Бывало, лежишь в окопе, кругом ад, все рвется, того и гляди, укокошат. Лежишь и думаешь, какой дурак был, жить не умел. Эх, победим, мол, тогда буду знать, почем жизнь, как ее уважать надо. Вот рассказала ты, Ивановна, и снова будто с жаром пахнуло. Ну ее к черту войну, хочу забыть, понимаете, все забыть. Смерть, кровь, раны. Жить хочу. Он стал выворачивать комья земли с картошкой. И делал он это с неожиданной злостью и силой. Ивановна сидела и смотрела на отца. Голова ее вздрагивала. Как же тут забыть-то все это? Господи, кому это под силу? Пронесла с метелями зима, и снова запели ручьи, загорланили нетерпеливые грачи, земля скинула белое одеяло и подставила себя солнцу. А вот желанные дни прежней дружбы Сашки и Михаськи не возвращались. И неизвестно, как бы оно пошло все дальше, если бы не этот жаркий апрельский день. До 5 класса у них не было никакой физкультуры, а теперь вот стало. Раз в неделю во дворе школы они делали всякие упражнения, бегали, прыгали, и всем было очень весело. В ту пятницу Иван Алексеевич, их математик и физрук, сказал, что он сходит за мячом, чтобы они поиграли напоследок в футбол.
Ребята галдели, кувыркались в траве, гонялись в пятнашки. Только Сашка с Михаськой сидели на пригорке. Сашка грелся на солнышке, а Михаська глядел на него и думал, как бы ему снова заговорить с Сашкой, положить конец этой дурацкой ссоре. И вдруг Михаська поразился в раз наступившей тишине. Он обернулся и вздрогнул. По площадке шел шакал Саватей с компанией своих дружков. Они шагали медленно, будто нехотя. На каждом были кепочки с малюсенькими козырьками. Кепочки висели у них на самом лбу. Привет, честной компании. Свирит, почему от службы бегаешь? А ну-ка, пойдем. Никуда он не пойдет. Это еще что за писк? А, старый знакомый. Как его зовут? Михаська. Его иная мать в магазине торгует. А, из богатеньких, стало быть. Тот, я гляжу, вырядился. На Михаське была новая теплая курточка. Мать купила ее на рынке. Курточка была сделана из какого-то пушистого материала. Мать говорила, с начесом. Надо обновить. Вот так. Саватей поднес горящую спичку к курточке. Михаська увидел пламя, которое рванулось прямо по нему огромным желтым языком. Михаська взглянул на курточку. По коричневой материи расходились черные свалявшиеся клочья. Вся пушистость сгорела. Ты что же это? Умолчи, стерва. И Николай Третий своей грязной лапой мазнул по лицу Михаськи. Ну, чему быть, того не миновать. Михаська наклонился и схватил булыжник. Саватей отступил на шаг от Михаськи. Может быть, посмотрев ему в глаза, он увидел там что-то такое, от чего стоило отступить. Шакал отступил еще на один шаг, еще на один, и вся его шайка тоже попятилась. Ага, вот они чего боятся. Оружия, силы. Брось! Попишу! В руках Саватея сверкнула маленькая опасная бритвочка. Нет, я не брошу камень. Кинешь его раз, а дальше что? Один выстрел? Мало. Нет, я буду бить этим камнем до тех пор, пока не убью этого шакала. Михаська сделал два шага вперед, совсем приблизился к Саватею, замахнулся своим камнем, как вдруг кто-то схватил его за руку. Это был физрук Иван Алексеевич. Так и убить можно. Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы родители за тебя посадили? А вы... Вон отсюда! Иван Алексеевич сам замахнулся камнем на Саватеевскую компанию, и Николай Третий с дружками словно испарились. Но спустя минуту лошадиная морда Саватея появилась над забором. Эй, ты! Обгорелый! Попишу! Посмотрим, кто кого! Свирит! Сашка, ты куда? А ну! Короче! Словно что-то хлестнуло Михаську. Шакал хозяйственно покрикивал из-за забора, будто тянул за шнурок, к которому был привязан Сашка. И тот бежал, послушно бежал к заклятому Михаськиному врагу, перебегал на вражью сторону. Шестерка! Предатель! И вдруг Михаська понял, что он проиграл, что Саватей, который только что пятился от него, плюет на него.
плюет 1000 раз, потому что уводит его лучшего друга. Михаська вздрогнул и побежал к забору. Ну, шакак, поговорим? А ты храбрый. Ну, а если мы тебя зарежем? Что вам? Собственная жизнь надоела. Зарежете, вас поймают и расстреляют. Значит, храбрый? Отпусти Сашку. Ишь ты, крупный купец пришел. Человеков покупает. А за что покупаешь? За что хотите. Ну как, паря? Продадим Свирида? Ладно, продаем. Не за деньги, за храбрость. Покажи нам свою силу. На том же, на чем Свирида испытывал. Пошли. Они подошли к Фроловскому дому. За забором ничего не было, ни сада, ни огорода, просто двор и 2 конуры. Пройдешь между овчарками и вылезешь с той стороны забора. Да брось, Колька, давай напинаем ему и все, загрызут ведь. Ты... Молчи, стерва. Ну, храбрец, может, лучше пойдешь ко мне на работу? Подсадите. Последнее, что Михаська увидел на улице, было синее лицо Сашки. Михаська перекинул ноги с забора во двор. К нему уже рвались 2 овчарки. Псы бегали на цепях по 2 параллельным металлическим проводам. Собаки могли бросаться друг на друга, но не достали бы, провода не пускали. Одна собака бегала вдоль забора, и идти там было бы смертью. Другая бегала вдоль дома. А вот между собаками, параллельно их проводам, пройти можно было. Стиснув зубы, Михаська шагнул. Не достанут. Не достанут. Ощерив пасти, изнемогая от ярости, псы бросались к Михаське, натягивая провода. Михаська вступил в зубастый коридор. Коридор без стен. Справа зубы и слева зубы. Главное не торопиться. Маленькими шажками. Вперед. Не смотреть на псов. Овчарки совсем остервенели, скалили зубы, брызгали слюной. Ой, ой, да куда же ты? О, стой! Батюшки, да куда же ты? Господи, ну, куда же разошлась? Михаська взглянул на дом, на 1 мгновение посмотрел. Там орала Фролиха. Сердце у Михаськи упало, и он посмотрел на нее снова. Фролиха бежала к собакам, а за ней скатывался со ступенек ее однорукий муж. До бревен у забора осталось 2 метра, а там и улица. Но увидел Михаська бегущую Фролиху с мужем и пошатнулся. Какая-то страшная сила резанула Михаську сзади. Перед лицом плясала красная ревущая пасть. Было видно даже глотку. Михаська кинулся к бревнам. 2-я собака рванула его за обгорелую куртку. Сбоку громко треснула, и он рухнул на верхние бревна, ткнувшись головой в забор. Он поднял голову и увидел красные глаза Сашки. Почему-то красные. Ну, как? Больно тебе, Михась? Не знаю, Сашка. Не чувствую. А у тебя что с губой? Ничего. И на сватея управа найдется.
Вон в милицию сколько демобилизованных пришло. Я тоже вырасту и в милицию пойду. Что ты, Сашка? Ты же хотел... Пойду. Вот увидишь. Всех саботеев в клетку. Хорошо бы зверинец такой устроить. Все клетки, клетки. В одной тигр, а в другой саботей. И на клетке написано «Шпана, хищник». Все это случилось без отца. И, может, еще потому Михаська так легко отделался дома. Мать только плакала целый вечер. А отец взял отпуск на неделю без содержания. Он насыпал 10 кулей картошки, подогнал нанятый где-то грузовик, сложил ее в кузов и уехал на вокзал. Мама сказала, он поехал на север продавать картошку. Она там в цене. Ну, а Сашка теперь снова почти не разлучался со своим другом. Ты, Михась, на меня не злись. Я ведь знаю, жить-то надо. Что жить-то? Ну, что мать твоя конфетами торговала. Когда торговала? Ты что, не вставай, тебе нельзя. Когда она торговала? Ну, тогда моя мать пошла на рынок, вернулась и говорит, ну, так я и знала, Михайлова конфетами спекулирует. Михаська медленно встал с кровати и стал натягивать штаны. Значит, обманула тогда. Врала. Все врала. Надо посмотреть на нее. Послушать, что она теперь скажет. Здорово, мужики! Пошатываясь, в комнату ввалился отец. Он был явно под хмельком. Свою серую плащ-палатку сбросил прямо на пол. Как вы тут без меня? Ты, Михаська, того. А я пошел. Пока. До свидания, дядя Витя. До свидания, города и хоты, нас дорога дальняя зовет. Ой, молодые и смелые ребята, на заре уходим мы в поход. А ты тоже штанами улицы метешь, непоседа? Куда собрался, непоседа? Ты постой, погоди, покажу я тебе чего. Отец шагнул на середину комнаты, разомкнул ремень со звездочкой на пряжке, и снизу из гимнастерки, как из мешка, посыпались деньги. Красные, зеленые, синие, желтые. Гора денег. Ерунда. Все вокруг какая-то ерунда. Ему вдруг захотелось спать. Никуда не надо ходить. Не надо. Уже в который раз Михаська убеждался в том, что ничего предвидеть и предугадать невозможно. Что все сваливается человеку на голову неожиданно, внезапно, и, видимо, сваливается за тем, чтобы испытать человека на прочность, выяснить, выстоит ли он, не дрогнет ли, понять, чего человек этот стоит. Не успел Михаська вернуться в школу после происшествия с собаками, как в первый же день получил... 2 двойки по математике и по русскому. Уроков было 5 в этот день, и такими темпами можно было схватить 5 двоек. Михаська попытался уйти от судьбы. Он потихоньку сбежал домой. Там еще пока никого не было. Михаська взял бритву, резинку и аккуратно стер обе двойки.
Пусть стоят в журнале. Нечего им еще в дневнике. А родителям что? Им до меня дела нет. Я сам по себе. Они сами по себе. Михаська вышел на улицу, залез на крышу и лег на теплую кровлю. Уроки, как и вчера, совсем не учились. Не хотелось ни о чем думать. Он лежал и улыбался ветру, облакам, плывущим наверху, белым домам с синими крышами. Конечно, крыши были совсем не синие, а красные, зеленые, коричневые и просто серые. Но если смотреть на них против солнца, они кажутся синими, как вода в реке. Ну-ка, слезай сейчас же! Михаська вскочил, подошел к краю крыши. Внизу под лестницей стояла мать, в руке у нее был дневник. Негодяй! Я встретила Юлию Николаевну. Пойди сюда. Лгун! Смешно. Второй раз меня ударили. Всего второй раз. Первый раз Саватей, когда марки отбирал. Второй раз мать. Смешно. Еще смеешься? Отца мать обмануть вздумал? Обмануть? Честным надо быть. Честным. Чему я тебе всю войну учила? Честности. Честно надо жить. Честно? Значит, честно? Фильм крутится в голове Михаськи. Плохой фильм. Там не Чапаев с пулеметом, там отец с картошкой, мать с конфетами, там гора денег из-за ремня со звездочкой на пряжке. А вы честно? А ты честно? Он видит на этажерке серую гипсовую кошку, подарок отца. Вот это тоже честно, да? Ноги несли его сами собой. Михаське казалось, что он раздвоился. Голова совсем не управляла ногами. Неизвестно, куда несли его ноги, а мысли крутились, будто стеклышки в калейдоскопе. Это кошка. Она занимала полэтажерки и следила за мной, будто шпик. Пропади они пропадом, эти пятерки и четверки. Теперь буду получать тройки. Бесплатные. Вот, Фролова. Чего я испугался? Фролова ведь не овчарка, а деньги у меня свои, законные, кошачьи. О, да тот мальчик, которого собаки наши покусали, 2 порции мороженого. Вот деньги. Держите. Сейчас. Сейчас, ну ты храбрый мальчик. Я таких храбрых первый раз вижу. Да и родители у тебя ничего. Вон, как твой папаша расшумелся, когда пришел. 500 рублей за тебя потребовал. Как? А вот так. Гоните, говорит, 500 рублей за сына, а не то в суд дело передам. Ну мы, конечно... Мальчик, куда ты? Куда ты? Мороженое-то возьми! Михаська отцовским топором взломал замок комода и рванул ящик. Здесь лежали деньги. В нескольких почтовых конвертах с марками. Он отсчитал из одного конверта 500 рублей. Топор так и остался лежать у взломанного комода. Михаська выскочил в коридор, зашел к Ивановне. Лиска сидела на табуретке и смотрела в окно. Пойдем. Вставай. Лиза, пойдем со мной. Thank you.
По дороге они сделали петлю и взяли Сашку Спиридова. Никто ничего не понимал, и все стало ясно только тогда, когда они остановились возле мороженщицы Фроловой. У меня сегодня день рождения. Угощаю вас мороженым. Чего ж ты молчал? Темнело. Дайте 20 порций на все 500. Явился? Ну и ну. Стер двойки. Разбил кошку. Взломал комод. Украл деньги. Съел я ваши 500 рублей. Съел, а не украл. А я уже милицию хотел вызывать. Думал, воры. А нет. Оказывается, собственный сын. Мы для него... А он от нас. Ну, ладно. Давай говорить по-серьезному. Ты уже взрослый. Я гляжу, лучше меня все понимаешь. А может... Может, я тебе не нравлюсь? Может, зря с войны вернулся живой и невредимый? Да. Так. Вот. Ты что говоришь, Михаська? Эх, если бы он умел все объяснить, сказать все как надо. Какой же мальчишка не радуется, если с фронта вернулся отец? Только вот почему не весело в доме? Почему отец взял деньги за то, что его искусали собаки? Почему мама из госпиталя ушла в магазин? Зачем отец ездил торговать куда-то, как барыга? Зачем все это? Зачем? Значит, зря я пришел с войны. Ты чего одеваешься? Куда ты, Виктор? Как куда? Ухожу. Не видишь? Я же тут лишний. Постой. Хватит, Виктор, не шути. И так тяжело. Кого там леший несет? Ну, входите! А, Ивановна, ты что? Что такое? Да говори же! Катя! Попалась! Час назад! Слышь, Вера! Как же это, Ивановна? Спаси ее, Виктор Петрович! Христом Богом прошу! Пойдем в милицию. Да что я там скажу в милиции? Как же, Виктор Петрович? Ведь Катя-то ваши конфеты продавала. Ведь из-за их в облаву попала. Верочка, что же ты молчишь-то, Господи? Помнишь, как вы Катю уговаривали? Я ведь была не против, не против. И платили вы хорошо, не обижаюсь. Но сейчас-то, сейчас... Михаську даже дернуло, как будто он схватился за оголенный электрический провод. Хорошо. Хорошо, бабушка. Сейчас что-нибудь придумаем. Иди пока, Ивановна, иди. Ну, Вера, что делать? Иди в милицию. Да с ума сошла. Это значит тебя посадить. Статья Уголовного кодекса. Ни черта. Выпустят. Так. Дам старухе 1500. А Катьку выпустят, если на себя возьмет. Несовершеннолетняя ведь. Михаська смотрит на мать. Она сгорбилась, сжалась. Он смотрит на отца. У того дрожат руки, будто кур воровал. Трусы. Предатели. Еще разведчик.
Во дворе на веревках сушилось белье. Михаська стоял минуту, соображая, потом схватил с веревки свои мокрые штаны и рубаху. Теперь он лежал около реки, дожидаясь, когда стемнеет. Странное, необъяснимое облегчение испытывал Михаська. Он понимал, что ведь вообще-то должен бы мучиться, может даже плакать, во всяком случае горевать. Он же ушел из дому, ушел навсегда. Ушел не со злости, а обдуманно, зная, что делает. Он не мог не уйти. Надо было поторапливаться. Михаська выбрал на песке место повиднее, аккуратно сложил там брюки и рубашку, в которых ушел из дому, а оделся в запасную пару. Он оглянулся, посмотрел на пустой берег, на синие крыши домов за рекой, на желтую от заката воду. Подошел к воде и зачерпнул целую горсть камушков, чистых, прозрачных. Как те в ручье. Возьму на память. Вот теперь все. Теперь пути назад нет. И не может быть. Он еще раз взглянул на штаны и рубашку, лежавшие у воды, и пошел по тропинке, извивавшейся вокруг сосен. Саша, Сашенька, Михаська у тебя? Нет, тетя Вера, я уж спать собирался. Ой, пропал он, пропал. Как пропал? Когда? Да днем. Вышел на улицу, часа два было. Я думала просто так. Теперь уж ночь, ты ничего не знаешь, Саш. Честное слово, тетя Вера, я даже не видел его. После того, как мы мороженого наелись, он домой пошел. Что же делать-то, что делать? Надо в милицию. А вдруг это шакал? Я сейчас с вами. Дорога шла через лес и вела на сортировочную станцию. Там Михаська рассчитывал сесть на товарняк и уехать в Сталинград. На работу меня, конечно, не возьмут. Но вот в ремесленное... Эх, надо было захватить свидетельство о рождении. Он шел по черному лесу. Вокруг качались сосны, будто хоровод плясунов. Взялся за руки и ходит вокруг Михаськи. А он один в центре этого круга. И все смотрят на него и не спускают глаз. Лес пугал Михаську. Желая побороть страх, он стал думать о доме. Давно когда-то Михаське казалось, что самая-самая сложная штуковина на белом свете – это часы. Что-то там за что-то цепляется, двигается, качается, и часы идут. Тогда он был маленький, а теперь как тут разберешься? Может, у всего стыдного есть другая половина? И она главнее стыдного? Может, то, что делает отец? То, ради чего мама ушла в магазин, Катька попала в облаву, я ушел из дома. Может быть, все это совсем не то, что кажется. Может, все и получается так, что виноват в этом кто-то другой, третий. И то, что делает отец, пусть делает,
не он виноват, а что-то другое, что стоит за его спиной, стоит и оправдывает все. Выходит, никто ни в чем не виноват, никто ни за что не отвечает. Живи, как живется, хватай, сколько можешь, лишь бы тебе хорошо. Но кто же тогда за все отвечает? Кто это? Михаська замер. Сердце колотилось, как бешеное. Но сзади, впереди, сбоку было тихо. Михаська пошел вперед. Дорога вдруг раздвоилась. Куда? Направо или налево? Наше дело правое. Он вспомнил эти не раз слышанные по радио слова, и ему показалось, когда он пошел по правой дороге, что не по лесу идет он, не на станцию, а в бой, в настоящее сражение. Виктор Петрович! Да? Садитесь. Поедем с нами. Куда, товарищ капитан? На реку. Понимаете? Утром, ну вот полчаса назад, позвонили с лодочной станции. На берегу нашли штаны и рубашку. Мальчишеские вещи. Не может быть. Я ничего не утверждаю, но сами понимаете. Где ваша жена? Побежала в магазин отпроситься с работы. А что это за люди в кузове? Добровольцы, Виктор Петрович. Реку прочесывать надо. Садитесь. Поехали. Стало светать. Туман медленно всплывал над землей. Михаська шел навстречу ему, и туман не стоял на месте, тоже спешил к Михаське. Михаська медленно погружался в него. И чем дальше он шел, тем больше росло, расширялось, захватывало его то смутное, неясное чувство, которое сидело где-то там в глубине его с самого начала и которое он так упорно отгонял от себя. Нет. Самому по себе нельзя. Все-таки никак нельзя. Нельзя видеть только землю и лишь самого себя на ней. И никого больше. И ничего больше. Все есть и никуда не денется. Не исчезает. Ему стало даже смешно, что он хотел уйти, убежать. Пусть на стройку Сталинграда, все равно это было бы бегство и больше ничего. Никакое это не правое дело. Уйти – значит успокоиться. А если ты успокоился, значит сдался? Михаська увидел, что утро уже настало. Солнце проламывалось сквозь лес, сверкало красными лучами. Неожиданно для себя Михаська вдруг остановился и побежал обратно. Мама схватила, смяла Михаську, сжала его так, что ему стало даже больно. И он услышал, как стучит мамино сердце. Громко, гулко, будто хочет вырваться из груди. А вокруг толпились в радостном возбуждении все, кто совсем недавно плыли по реке и из лодок погружали в воду багры с большими крюками на конце. Отец
взглянул на Михаську как-то по-взрослому, без злости, без удивления, просто смотрел и думал о чем-то серьезном. А потом Михаська шел рядом с мамой и отцом по мосту, а позади раздавались шорох шагов и сопение Сашки и маленькой Лизы. Михаська снова с радостным любопытством смотрел на синие крыши белых домов за рекой. Он сунул руку в карман. Что это гремит там? Ба, да это же камушки, которые он взял с собой вчера. И Михаська подумал, что, пожалуй, теперь ему чистые камушки не нужны. Он приоткрыл ладонь, и камушки, легонько постукивая, стали падать на мост. Если бы Михаська обернулся, он увидел бы, что Сашка и Лиза подбирают эти камушки. Гляди, Саш, если сквозь него на небо смотреть, он совсем голубой становится. А на траву положить? Зеленый будет. А на солнце, смотри, сам как кусочек солнышка. Такой камушек. Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля по повести Альберта Лиханова «Чистые камушки». В роли Михаськи – московский школьник Митя Никитин. От автора – Николай Александрович. Саша – московский школьник Алёша Дьяков. Лиза – московская школьница Оксана Вязьмина. Отец Михаськи – Лев Дуров, мать Михаськи – Ольга Сирина. В остальных ролях артисты Сергей Балабанов, Борис Иванов, Клементина Ростовцева, Владимир Прохоров, Нина Агапова и другие. Музыка Степана Соснина. Шумовое оформление Нины Ощепковой и Татьяны Стальновой. Звукорежиссер Ирина Мальчикова, операторы Ирина Воронова и Наталья Хлупова, ассистент режиссера Наталья Василенко, редактор Майя Крючкова, режиссер Нина Бирюлина.